окон вечно читать. Я Арина Кузьмина, мне 6 лет, прочту стихотворение Георгия Рублева «Памятник». Это было в мае, на рассвете, нарастал у стены стагобой. Девочку немецкую заметил наш солдат на пыльной мостовой. У столба дрожана стояла, в голубой глаза застыл испуг. А куски свистящего металла смерть и муку сели вокруг. Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, он свою дочурку целовал. Может быть, отец девчонки этой дочего родной расстрелял. Но сейчас в Берлине под обстрелом пост боец и тело слоит. Девочку в коротком платье белом осторожно вынесу за мне. Сколько людей тебе возвратили детство, подарили радость и весну. Рядовые армии советской, люди, победившие войну. И в Берлине в праздничную дату был воздвигнут, чтоб стоять в веках памятник советскому солдату и девочкой с потемной на руках.